Так, теперь давайте поговорим об или о комплекте. В полном комплекте, с моей точки зрения, владельца арки, который еще ничего не имеет. В данном случае рассматриваем три стороны. Это тир, это, соответственно, после тира, это может быть на всякий случай, и до тира, и для разных случаев. Так что давайте посмотрим, что у нас есть. Вот эта сумка, кстати, от фирмы Selg. Ну, для начала, у вас должны быть качественные магазины к оружию. Я здесь в сумку положил три типа качественных магазинов. Один это чисто макуловский, в данном случае от моего канала. Второй это металлические, которые вы уже, наверное, видели. Такие, реально говоря, делают всего несколько компаний, чтобы они были качественными. Но еще раз, металлические имеют ограничения. И третий это ланцеры. Это мои на данный момент любимые магазины. Данная сумка, это SOG, сумочка за $20 всего, может быть очень полезна. Давайте посмотрим и начнем выкладывать то, что может быть, с моей точки зрения, частью комплекта. Ну, магазинов, я считаю, что нужно как минимум 6 штук или больше. Ну, на данный момент парочку выложу. Следующее. Вот здесь у меня, соответственно, комплект для чистки. Это комплект, который можно взять с собой. В нем есть практически все, что нужно для чистки простейшей оружия. Когда куда-то едете, включая вот эту вот вещь, это как раз для подсветки патронника. И это для варианта, если едете, например, на какой-нибудь курс, и он длинный. То есть что-то с собой взять. Также всегда полезно с собой иметь мультитул. Ну и, соответственно, вот это то, что требуется для ухаживания за оружием. Для тира также имеет смысл иметь всегда флажок для патронника. Ну давайте посмотрим, чего еще у меня попало в эту сумку с моей точки зрения. На всякий случай всегда надо с собой иметь какой-то медицинский набор. Бывают разные. Вот, например, вот такой вот есть комплект. Довольно-таки интересный. Это фирма Rhino. Это китайский практически. Здесь более серьезная фирма. Это IPOC, так называемый индивидуальный комплект патрульного офицера, который все включает и жгут, и другие детали, бинты и так далее и тому подобное. Также перчатки, медицинские перчатки. То есть медицинский комплект. Это то, что называется на всякий случай. Если вы собираетесь ехать в тир, а покупать оружие не едете в тир, то вам потребуется определенный комплект средств защиты. Это наушники. Для открытого тира беруши тоже могут подойти, но я практически не пользуюсь берушами, честно вам скажу. Защитные очки, баллистические желательно. Про эти очки будет отдельное видео, это Mechanics новое. Кепка защищает как от солнца. Заметите, что, как говорится, я в ней в эфире побывал, мягко говоря. Также защищает, если вдруг что-то прилетит сверху. Например, гильза. Ну и моя любимая тема, которая была сверху на этой сумке, сбоку пристегнута. И сейчас я и эту тему отстегну и вам покажу. Перчатки.
Оружие нагревается. Даже у арок есть минусы, где можно поцарапаться. Например, планка пикатинни сверху. Если будете резко дергаться, а новичков что угодно можно ожидать, то можно хорошо покорябать руки. Чистка. Вот средство защиты для тира. Так. Чтобы вам все это было видно. Следующее средство защиты медицины, это на всякий случай. Само собой, нужно чем-то стрелять. Про эту вещь у меня уже было отдельное видео. Если хотите, напомню. Здесь лежит 180 патронов, 223, как говорится, дешевый. Ну и чистая мелочь. Дополнение к чистящему комплекту, если нужно просто что-то смазать. Здесь, соответственно, баллистоловские салфетки. Вот такая вот вещь. Вот эта сумка сама по себе может быть неплохим дополнением в ваш комплект, потому что взял ее, простенький чехол на карабин, или даже не чехол, а просто вот это для ношения всего, что вам нужно на себе. В том числе 6 магазинов сюда влезает. Сейчас-то тут мало чего лежит, но сюда влезает 6 магазинов при желании. Или что-то еще. То есть 4 магазина и что-то еще. К примеру, если вдруг появится вот такое вот желание. И очень недорогая сумочка, хотя довольно-таки неплохого качества. Я на нее дам ссылку. Я ее на Амазоне взял за 20 с чем-то долларов. И последняя вещь. Реально говоря, это более серьезный чистящий комплект для дома, если вот этого, например, нету с собой. Но это уже из раздела «на всякий случай». Ну и еще раз, для тренировки всегда полезно иметь несколько фальш-патронов. Например, просто для того, чтобы тренироваться с карабином и понимать, что как. Я не рассказываю про батареи для оптики и фонариков, потому что это просто стандартная вещь, всегда нужная. Но вот это вот, в принципе, комплект владельца первой арки, которой должно хватить на большинство начальных случаев. Я на большинство постараюсь дать ссылки на те детали, которые найду, и посчитать, сколько это в сумме обойдется. Самое, конечно, дорогое — это будет всегда у нас патроны. Но не забывайте, что очень важно иметь средства защиты. Давайте вот это все уберу в сторону на данный момент. Средства защиты. Зрение, слух, руки. Очень сложно восстанавливать, и лучше ничего не убирать. Средства ухода. Средства помощи. В данном случае это простенький мультитул. Средства медицинской помощи. Оружие. Это оружие. И даже просто что-нибудь покарабшись, может быть неприятно. А здесь на случай, когда уже что-то более серьезное. И может быть поможет не вам, может быть поможет кому-то еще. Это весьма и весьма полезная вещь. У меня придет еще один комплект, и я их тут понемножку пытаюсь собрать. Патроны. Берите то, что вы сможете себе позволить. Даже если это, предположим, будет с остальной гильзой и 223, а не 556. Это не патроны для обороны, идеально, конечно. Там можно найти и получше. Но с чего-то надо начинать. Просто не забывайте, что разные патроны летят по-разному. И далеко не всегда все совсем совместимо. Но, по крайней мере, стараться надо точно. Ну вот и все. Магазины я уже рассказал.
По ним будет отдельное видео. Хоть я, в принципе, делаю такие вещи довольно-таки часто. Так что вот первый комплект. Надеюсь, было более-менее интересно. И постараюсь по каждому из разделов сделать отдельное краткое, может быть, короткое видео.